За прошлый год на дорогах Курганской области погибли 147 человек. Одной из причин ДТП стало плохое состояние дорожного полотна. В 2018 году мест концентрации ДТП у нас стало не меньше, а больше, к сожалению. Было 18 в 2017, стало 28 в 2018. С 2017 года в России реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Он направлен на улучшение дорог и эффективность бюджетных трат в дорожной отрасли. Цель проекта – увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, снижение количества мест концентрации ДТП и снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. С текущего года проект будет реализовываться и в Курганской области. Однако каким станет его финансирование и какие дороги будут отремонтированы, осталось неизвестным. Руководство областного департамента строительства игнорировало приглашение посетить конференцию ОНФ. Какие приоритеты ставятся? Какой километраж? То есть все показатели даже на сайте департамента отсутствуют. Фронтовики предлагают наладить за реализацией проекта общественный контроль. Расходы бюджетных средств должны быть прозрачными, а выбор дорог для ремонта – обоснованным. В частности, департаменту советуют приобрести передвижную экспресс-лабораторию, которая анализирует состояние дорожного полотна по 137 показателям. Я думаю, что вообще, в принципе, для Курганской области одного автомобиля было бы достаточно провести, скажем так, весеннюю приемку дорожной сети региональной. Благодаря реализации проекта количество погибших на дорогах за 5 лет планируется снизить в 3,5 раза. Однако главная причина ДТП – все же неплохие дороги. 88% происходит по вине водителей, именно водителей. Это пренебрежение правил дорожного движения. Алла Маковеева, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».